Привет, вы на канале Лилины Башата. Смотрите, кто тут. Мы принесли себе новых питомцев. Вот этого зовут Казимир, а вот этого Савелий. Они еще маленькие. Это такие клещата. Подписывайтесь на их инстаграм обязательно. Кстати, подписывайтесь еще на наш инстаграм и на инстаграм нашей Таси. Потому что там наши подписчики узнают о новостях самыми первыми. Ой! Тут вот дедочки в коробке повылезали все куда-то. Вот такие, ой, какие красивые. Ой, бегает, смотрите, как бегает. Какой красивый, ты красивый. Это Савелий, Сава. Куда ты бегаешь, ку-ку? Давайте Тащу нашу познакомим. Сейчас они тут побегают, посмотрите, как они бегают. Савелий, не лезьте туда. Смотри, Савелий. Ой, Савелий, уйдешь. Савелий, смотри, какая Тася. Смотрите, в каком костюмчике у нас Тася одета. Кофточка такая красивая. А Савелий убежал от нас. Что-то он не хочет общаться. Один такой лежит все время, а другой убегает. Савелий. Интересуется нашей Тасей. Куда-то убегает. Смотрите, какой красивый. А второй, смотрите, Дамба. У него ушки по бокам. Ой, к Тасе хочет, к Тасе, смотрите. А Савелий там ленточку пилит у Таси, смотри. Ай, какой ты вредный. Савелий такой балованный. Не хотели мы такого цвета и не хотели одинаковых. Ну так получилось, что вот именно такие нам достались. И вот сейчас думаем, как можно было не хотеть такого цвета. Такие красивые, такие милые, а ласковые, какие добрые. Ой, Савелий упал. Басик смотрел, смотрел за ними, они ему на голову залезли. Вот так вот. Если сидишь как простофиля, тебе потом на голову залезает, да, бублик? А Савелий убегает. Ой-ой-ой, вот так бывает. Ой, какие классные у меня, Таша. Ой, я вообще падаю. Ой-ой-ой. Куда ты полез? Вот так. Смотрите, он хочет пилить кофточку. Сейчас 2 секунды и дырка будет. Это Савелий. Ну, пойдем играть с ними. Всем пока, ставьте лайки, подписывайтесь, и вы увидите еще много интересных видео. Пока-пока!